Здравствуйте всем, с вами Стокер, и это новая рубрика «Реакции». Если я увижу, что она вам зайдет, то я иногда ее буду снимать. В сегодняшнем выпуске хотел бы посмотреть мультяшный клип блогера, ютубера Дмитрий Чиповский на песню «Ядовитая любовь». Эту песню можно было послушать как пару месяцев назад уже ВКонтакте, также на лайв-канале, ну а сейчас вышел мультяшный клип. Расскажу вам небольшую предысторию. Сидел как-то Дима на трансляции в чат-рулетке, и попадается ему один парень, ютубер, снимает небольшие мультяшные скетчи. Ну и Дима подумал, а почему бы не снять в таком стиле клип на свою песню? Я этот клип уже видел на трансляции у Димы, но сейчас посмотрю, скажу свое мнение, так что погнали! Сразу же первый косяк, правой рукой не играет аккорды. Ну хотя бы имитацию бы сделал. Ну, ладно. Я набрал номер твой, пригласил погулять. Мне твоя красота не дает ночью спать. И не важно теперь все, что было вчера. Ведь сегодня вдвоем мы лежим у костра. Ты целуешь меня, гладишь нежной рукой. Вдруг я вижу змею, она рядом с тобой. В этот грустный момент, испытав дикий шок, понял я, что змея уже внутри моих шок. Оказалось, что змея укусила меня прямо туда. Мой громкий крик от боли будет звучать. Не уходи, ведь надо я дососать. Но ты бежишь и все никак не поймешь. Я буду жить, если ты я дососешь. Мой громкий крик от боли будет звучать. Что вот это за косяк? Рука сзади гитары. Лень было, наверное, переделывать. Небольшой косячок. Болит яйцо, болит яйцо, болит яйцо. Сильно болит яйцо. Мой громкий крик от боли будет звучать. Не уходи, ведь надо ряд отсосать. Но ты бежишь и все никак не поймешь. Я буду жить, если ты ряд отсосешь. Ну да, мог бы сделать имитацию аккордов, ну хотя бы, хоть как-то что-то. Также можно было сделать эмоцию, ну, чтобы глаза хотя бы чуть двигались там, моргали. Ну что, ребята, всем большое спасибо за... Все, тут Дима говорит спасибо всем, давайте какой-то стоп-кадр поставлю. Нормальный стоп-кадр. В принципе, клип мне понравился. Хорошая, интересная рисовка, я так понял, это Дима, это его девушка Вика, где-то тут был этот момент, вот. Это его девушка Вика, я так понял. Есть, конечно, небольшие минусы. Сделал бы правой рукой аккорд, имитацию. Также хотелось бы, хотя бы глаза хоть двигались, моргали, просто статично и все. Также тут есть косяк, рука за гитарой. Ну, а в целом, получился клип хороший, мне понравился, как для первого раза сойдет. Дима сказал, что будет с этим парнем сотрудничать. В дальнейшем будут появляться его новые треки, вот в таком вот стиле. Если я найду этого парня, то ссылочку оставлю в описании на Диму тоже. Песню я слушал еще раньше, и сейчас изредка тоже слушаю. Ну, а клип в целом получился добротный. Ну, в общем, все. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. А также заходите на мой лайв-канал Академия Юмора. Ну и смотрите меня здесь. Если вам эта рубрика зайдет, то иногда буду ее снимать. Ну, в общем, все. Всем пока.